В Кирове до сих пор остаются дома, где нет тепла, хотя ресурс подается с 26 сентября, читались энергетики. Как выяснилось, есть управляющие компании, которые не торопятся устранять дефекты на внутридомовых сетях. Мы решили узнать у кировчан, как работает ваша управляющая компания. Итоги опроса в наших соцсетях таковы. 60% респондентов в целом довольны работой управляек. 13% кировчан ответили, что их устраивает абсолютно все. Столько же опрошенных ответили совсем противоположное. УК работает плохо. Мнение кировчан на улицах города в рубрике «Мобильный журналист». Абсолютно их ничего не волнует. У нас и линолеум уже ни на что не похож, и пол весь. Абсолютно никакого внимания. Мы их даже не знаем, потому что они никогда к нам не приходят. Дом заброшенный. Какие проблемы существуют в доме? По поводу отопления, у нас там труба шла транзитом, и получается наш прибор учета КТК не брал в расчет, и поэтому мы платили несколько лет по нормативу. Вот, но благодаря нашему председателю и общественным организациям все-таки суд мы выиграли. Это была проблема? Это была очень большая глобальная проблема. Своевременно бы они делали, значит, на наши заявки отвечали так, как положено. То, что мы, допустим, по ремонту крыши, по протечкам подъезда. По крайней мере, у меня нет. Насколько быстро они реагируют на ваши звонки, сообщения? Довольно быстро, в течение дня. Что это за идеальная управляющая компания? Наш дом. Нас вот вполне устраивает, потому что за последние годы достаточно много сделали вот за счет тех сборов, которые коммунальные, крышу перекрыли, электричество в подъездах везде поменяли. Ну, достаточно много всего сделали. Что не устраивает все-таки? Ну, здесь какие-то некоторые мелочи там не всегда своевременно на заявки отвечают. А так вроде нормально все. У нас компания очень поздно включила паровое отопление. А так работает нормально. Работает хорошо. Только что включили. Ну, а я вот даже специально ездила на центральный рынок и заходила в эту компанию, говорю, я замерзаю, у меня 17 градусов в квартире. Угловая квартира, четвертый этаж. Пока домой ехала, прихожу, у меня батареи начали греться.